Hello, world, Kirill's here. I hope you're doing okay and I hope you're enjoying the first days of spring. Last week, I didn't feel well and I didn't record a video, and right now I'm feeling way better. And in today's episode, you will learn how to use the word literally in speech. To understand the meaning of the word literally, we'll need another word figuratively. Когда мы используем слово figuratively и literally вместе, мы можем их сопоставить. В своем первоначальном значении слово literally означает в буквальном смысле, в прямом смысле, мы говорим по-русски. А figuratively это когда мы говорим фигурально выражаясь, то есть когда мы говорим такие вещи, которые не нужно понимать буквально. I didn't mean it literally though. Ну, я не в прямом смысле это имел. В своем первоначальном значении, в прямом смысле, literally можно заменить синоним actually, uh, truly, really. То есть, когда вы говорите о вещах, которые случились в прямом смысле, в буквальном смысле. Например, we live literally around the corner. We live literally around the corner. Мы в буквальном смысле здесь живем за углом, неподалеку, вот прям близко. He translated it literally. He translated it literally Он это перевел буквально. Или вот еще такой пример The generation that literally saved the world. The that saved the world. Здесь мы говорим про некоторое, некое поколение, которое в прямом смысле слова спасло мир. Но, если посмотреть на то, как чаще всего используется слово literally, особенно в бытовом английском, в устной речи, можно заметить. Странности. Эти странности начались а, чуть больше 10 лет назад. И именно в то время а, первыми на это изменение отреагировала редакция словаря Мэриэн Вебстер. Они поменяли, вернее, не поменяли, а дополнили а, определение этого слова. Именно тогда в 2011 году этим словарем было добавлено определение literally в значении figuratively. И здесь вы подумаете, блин, что за бред? То есть literally и figuratively это как бы, ну не как бы, это два слова, которые противопоставляются, они противоположные. Зачем так это делается? Не для того, чтобы сбить человека э, с мысли, не для того, чтобы запутать. Figuratively в таких ситуациях э, особого значения не несет. В таком э, значении figuratively имеет большую эмоциональную окрашенность и просто придает ваше отношение к тому, о чем вы говорите. Когда я приехал в Америку э, в 2008 году, я слово literally, мне кажется, до этого не использовал сам и, может быть, даже и не понимал, как оно используется. Что вокруг меня все на телевидении, ведущие, ток-шоу они используют это слово. Поэтому если вы хотите. Сейчас uh, немножко отступаю. Если вы хотите научиться говорить так, как все, то есть, если вы будете говорить так, как все, вы будете звучать naturally, естественно, на естественном английском языке. Stop asking a lot of questions that you don't really need to be asking. Seriously. Итак, мы продолжаем. Давайте посмотрим на примеры. То есть, я, говоря про себя, слово literally использую чаще всего в такой, uh, в такой фразе: I literally died. Когда я хочу сказать, что было так смешно, я literally died, подчеркивайте, насколько это было смешно, или, на, или наоборот, была какая-то ситуация такая неприятная, может быть, фильм ужасов вы смотрели, I literally died. Вот. В зависимости от контекста, я контекст не рисую, I literally died может перевестись по-разному. Нужен контекст. I literally had a heart attack. I literally had a heart attack. У меня в буквальном смысле, если переводить по первому значению, да, был сердечный приступ. Но нет, конечно же, такого не было. I literally. Здесь literally опять же для эмоциональной окраски, то есть подчеркнуть, насколько это было серьезно, насколько это было, может быть, страшно или изумительно или еще в каком-то смысле. They were literally over the moon. They were literally over the moon. Когда вам что-то нравится, можно использовать идиому I am over the moon. В буквальном смысле вы это не переведете. Надо переводить uh, I like it a lot. То есть они были настолько рады. Как это понимать? Просто усиление того, что идет после слова literally. Либо еще такое восклицание. I literally had no idea. I literally had no idea. То есть когда вы говорите, что я, я вообще понятия не имел, не знал. Uh, I absolutely had no idea. И здесь uh, в таких вот uh, восклицаниях очень часто вы можете, кстати, слово literally в голове себе заменить словом absolutely, totally, utterly, когда вы усиливаете uh, прилагательное в превосходной степени. Прилагательное в превосходной степени я сейчас не имею в виду прилагательное the most, а, например, great. То есть это при прилагательное, которое уже само по себе имеет превосходную степень. Ну, еще вам брошу из э, таких э, известных фраз. I literally jumped out of my skin. I literally jumped out of my skin. Что вам нужно запомнить? Слово literally в таком значении в качестве an intensifier. Intensifier по-английски означает слово усилитель. Может, чаще всего используется, конечно же, в устном английском, потому что Правила, которые распространяются на, на академический английский, на официальный стиль, нам этого сделать не позволяют. И если вы будете что-то читать в официальном стиле, literally будет гораздо легче понять. Когда вы слушаете что-то в ток-шоу, в фильмах, в сериалах, там уже труднее. Опять же, контекст нам помогает понять вещи, которые мы без так на бумаге очень трудно бы, было бы нам определить. Что нам доказывает э, э, этот факт, что слово literally меняет значение, расширяет свое значение, это то, что language is always changing. У меня есть инстаграм-канал Kirills underscore English. Желаю всем отличных выходных. Stay warm. Пока.